Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Козлова, автор блога «Компьютер для начинающих. Обучение работе на компьютере новичков». Блог курс pkdvd.ru/blog. Итак, тема сегодняшнего урока – как в три клика изменить размер значков на вашем рабочем столе. Сейчас вы видите мой рабочий стол, видите значки, у них нормальный размер – по общепринятым меркам. И сейчас я покажу вам, как их размер можно изменить. Допустим, если ваше зрение не позволяет вам видеть этот размер. Мышью щелкаем в любом месте рабочего стола правой клавишей. Появляется меню. Выбираем вариант «Вид» и выбираем вариант «Крупные значки». Видите, значки стали на порядок крупнее. Или я могу сделать другой вариант значков, очень мелкие. Точно так же щелкаю правой клавишей мыши, выбираю вид, выбираю мелкие значки. Значки станут очень мелкими. И теперь я вернусь к нормальному состоянию. Точно так же правой клавишей мыши щелкаю по рабочему столу в любом месте, выбираю вариант вид, обычные значки. Значки вернулись к нормальному состоянию. Эта маленькая фишка поможет вам еще лучше работать за вашим компьютером. И в данном случае на примере работы с операционной системой Windows 7. С вами была Светлана Козлова, автор блога «Компьютер для начинающих». Успехов!